Магаданские госавтоинспекторы неделю будут контролировать водителей мототранспорта. С 16 по 23 июня в городе проведут профилактическое мероприятие «Мототранспорт». Мотоциклистам необходимо при себе иметь документ с регистрацией транспорта в госавтоинспекции. У владельцев должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом, квадроциклом или скутером необходимо в мотошлеме. В 2019 году на территории Магаданской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспортных средств, в результате которых 18 человек получили телесные повреждения.